Могут ли монахи Шаолинь или мастера кунг-фу противостоять профессиональным бойцам различных единоборств? Только настоящие монахи или мастера, которые практикуют набивку ударных конечностей, спаррингуют в полную силу и тренируются по 8 часов в день, а не те самозванцы, которых я вам показывал предостаточно. А если вы забыли, то можете на них посмотреть по ссылке в описании под видео и в плейлисте «Лучшее». Привет, золотокрылые бизоны! С вами проект Муайтай Сике и я Варченко Виталий. А в этом видео мы посмотрим на тренировку и нарезки боев реальных монахов кунг-фу, а не сказочных дедушек, которые убивают взглядом бешеного тюленя. Мне кажется, что все пренебрежительное отношение к кунг-фу и его мастерам заключается именно в том, что мы слышим много разговоров, но не видим ничего этого в деле. Большинство сенсеев и тех, кто называет себя мастером кунг-фу, только рассказывают про вырывание глаз и кадыка, смертельные удары в сердце, уничтожение ментального тела касанием звездной черепахи и все в таком духе. Но при этом не соглашаются показать эти умения на практике или просто поспарринговать в реальном бою, а не избивая своих учеников, которые охотно поддаются и делают все, чтобы со стороны все смотрелось очень устрашающе. Обычно такие мастера прикрываются тем, что они как бы могут убить в бою, поэтому не хотят показывать свои умения. Но на самом деле, когда кто-то из них все-таки соглашается на бой, все заканчивается жестким нокаутом в течение минуты, и мастер уже собирает свои зубы в астральными руками в параллельной реальности. Но неужели нет ни одного настоящего мастера кунг-фу или монаха, кто бы мог доказать всем, что кунг-фу это сверхсила и рабочая система? Многие ребята пишут, что таким мастерам нельзя показывать свои умения или им это не надо, но я думаю, что это чушь. Посмотрите на нынешний монастырь Шаолинь. Я делал обзор на монахов Шаолинь и монастырь в том числе. Сейчас это полная коммерция. Там продают курсы монашества. Монахи, как циркачи, ездят с гастролями по всему миру. Каждый желающий за деньги может жить в монастыре и изучать секретные техники. То есть монахи сами занимаются популяризацией монастыря и бренда Шаолинь за деньги. А лучше рекламы, чем непобедимый монах-кунг-фуист, который бы уничтожал всех бойцов ММА, муай-тай, кикбоксинга, наверное, придумать просто невозможно. После таких боев у них были бы толпы посетителей и цены можно было бы поднять в 10 раз. Но мы этого не видим и, я думаю, не увидим. Единственный человек, который позиционирует себя как монах Шаолинь и дерется в реальных боях по К1, это Йелонг. Я делал на него обзор, который ты можешь посмотреть в подсказках. В этом видео я показываю его чаще всего, он всегда выступает в штанах Шаолиня. Он даже дрался 2 раза с Буакавом. Я обязательно сделаю обзор этого боя в ближайшее время. Но беда в том, что настоятели монастыря категорически отвергают причастность Йелонга к Шаолиню. Представляете, какой парадокс? Единственный, более-менее нормальный боец, который сам говорит, что он монах кунг-фу, и то оказывается, что он самозванец-самоучка, не имеющий отношения к тренировкам Шаолиня. Многие ребята также мне писали о том, что есть же ушу, а именно ушу саньда, которая также считается искусством кунг-фу. И там есть много бойцов, которые успешно выступают и по тайскому боксу, и по кикбоксингу. Скажу свое мнение по этому поводу. Ушу саньда уже давно не ушу и не кунг-фу. В основном тренерами там работают бойцы, которые были тайцами и кикерами. Да и сами бойцы переходили в саньда с тайского и кика. Поэтому там произошло такое смешение и дополнение, что саньда уже давно стала хорошим прикладным видом спорта. А у ушу там остался один поклон перед боем. Миграция бойцов из разных видов спорта происходит постоянно. А почему, я углубляться не буду, скажу в 2 словах. Бойцы, которые не являются членами национальных сборных, но сами по себе являются хорошими бойцами, стараются выступать там, где конкуренция поменьше и можно пробиться в первые номера. Таким образом, в тайском постоянно пробуют выступать кикеры и бойцы саньда.
Но чаще наоборот, бойцы муай-тай выступают по лоу-кику и К1. И в сандо в том числе. Это все касается любительского уровня. Если мы затронем профессиональный ринг, а именно К1 или ММА, то там вообще все давно смешалось. И невозможно сказать, каким именно стилем обладает боец. Но это другая тема для разговора. А мы вернемся к нашим мастерам кунг-фу. Если мы посмотрим на их тренировки, то казалось бы, что такие монстры должны своими каменными руками дробить кости противника, а их железные головы вообще не должны чувствовать ударов. Но тот, кто тренируется в реальной жизни, а не в комментах за компом, понимает, что тренировка и бой – это две огромные разницы. Можно быть чемпионом мира по ударам по груше, перебиванию кирпичей, бегу, отжиманиям, подтягиваниям, но в бою ничего не показать. Вот это, наверное, мы и наблюдаем в отношении монахов. Их первостепенная задача – показывать удивительные возможности тела, чтобы привлекать новых клиентов в монастырь и делать шоу на сцене, а не совершенствоваться как бойцы. Но это мое мнение, а ты выскажи свое в комментах. Кстати, если у вас есть интересные видео боев монахов или кунфуистов, можете присылать мне на почту или в соцсети, на которые вы можете также подписаться в описании под видео. А я сделаю обзор на этот бой и укажу, кто прислал это видео. А теперь жду от вас философских рассуждений на тему того, как дикобразный дракон может уничтожить броненосного тигра в тени голохохвостого орла. В общем, про кунг-фу в реальных боях. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись видео с друзьями. Пускай также выскажут свое мнение. А если ты хочешь освоить тайский бокс в домашних условиях или усилить свои тренировки в зале, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Конечно, летать не научишься, но самооборону поймешь. Настойчивости в тренировках. Стой техники на бегане. Если я стою, да, и пошел. Вот она разминка, видишь, круговой бой. То есть, что такое ассасин? Ему пофигу, сколько людей. Он в толпу забегает, да, и пошел просто убивать. То есть там нету. В настоящем бою вам в кино показывают. Ха! О-оу! Да? А-ля кинокомедия. Вот. Настоящий бой, он вот он пошел, понимаешь? То есть ты крутишься. В толпу залетел и пошел убивать просто, да? То есть там тебе думать-то особо не приходится, да? То есть ты вошел в толпу и пошел. Во! Смотрите, и вот возникает штанга, да? Вот. И вот здесь вот где-то потянули. Да, где-то потянули. То есть выбили нижний шар, шар ушел, и здесь возникла штанга, чтобы его раскоординировать. Да, вот, потому что вот тут как-то схватиться не всегда человека получается, потому что он же, ну, да, потому что я бью по нижнему шару, вот теперь штангу на себя, и он отлично пошел. Нижний шар прочно держит штангу. В свою очередь Таец нащупал слабое место Руфуса – ноги. Кикер не понимал, как защищаться от лоу-кика, и Чанг постепенно пристреливался левым лоу-киком, планомерно отбивая правую ногу Рика. Как бабочка наказывает капусту на огороде нерадивой бабули. Ну, наверное, перевод был бы где-то таким. Я могу только снять шляпу и высказать уважение организаторам такой лиги. То есть мастера не просто преподают непонятно для кого и для чего карате с катами, а конкретно затачивают свое направление под реальный поединок. Ну а проверить работоспособность любого направления можно только в соревновательной манере.
Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео.